Всех приветствую, меня зовут Макс, и специально только для вас самые яркие моменты финальной стадии легендарного дивизиона 15 сезона. Приятного просмотра. Снова вот такая вот потеря. Уверенная игра, кажется, от Файферменс, но все-таки 3-1 нужно здесь устоять против Тео, но Тео забирает раз, выход за спину 2, и на боковой играют Мацы. Информация есть. Как же сейчас опасно. Любой выход, и может быть пачка, понимает. Здесь Тео, ну, застрял в окне там. Время вроде бы уходит, и сейчас в упор. Но нет, не получится этот раунд забрать. Найс трай, Тео. Здесь выход и на РП просто. На. Сразу же дроп идет под мид. Команда Five Elements будет повторять фаст раунд на Б-плен. Тео к этому готов. Он уже принимает заход через шорт. Сайгетсу открывается первым. C5 на взлет. Тео находит даблкил. И здесь же через боковую заходит еще два игрока. Тео третьего закрывает. А можно теперь и за четвертым, и за пятым выдвинуться. Тео смотрит! Там, кстати, походу Матси видел сишки, и поэтому по винтам не решил сойти, да и тем более актуально выход на В, помочь тиммейтам нужно. Есть фраг по Раму, удали открытие на Блатанту, отличная тоже. Пачка есть, 3 в 3, информация по восьмерке есть, по дороге тоже, по пленту сейчас появится, потому что бомба вот должна быть установлена, хотя есть выход от Тео, запачена, и бомбу не дали поставить, но Матс очередной фраг, бомба установлена. Ну и опять же, вся та же информация, дорога 8, плент. Элакси один, топот есть, Матс слышит, Матс информация, и здесь Аксель должен помогать, топот. Обоих игроков он услышал, инфа в доме, и есть на тачке соперник. Открытие, пытается забрать все Орелла, получается, идет, все открывает. Сейчас Мацы, но Элакси так не будет закидывать. Ну, хочется, по крайней мере, поверить, что буду так играть, но и бой был открыт, Сайгетсу, ну... Заход будет через 7, и появилась информация у Мацы. Мац проигрывает этот файт сразу же. Орелл разменялся, Орелл даблкил. Очень уверенно разыграл эту ситуацию. Оставляет 1 на 1 против Фирагана. Фирагана уже идет на открытие широкой. Здесь же дроп на узкую, и от Орелла трипл килл. Минус от Райдера Про. Сразу же пуля в лоб по плану. Размен есть. И будет ли дальнейший контакт с Райдером? Что? Ну, просто у Райдера, смотри, какая нычка. Пикселёшка, он слышал, информация была по звуку, но, к сожалению, уже не совладал с выходом соперника, хоть и знал информацию. Проигрывает все-таки эту перестрелку. Фирагана поставил бомбу и отыгрывает уже от ковров. Хорошая пачка вырубает Тео. Блатант идет догонять своего соперника. Фирагана это прекрасно слышит. Прочекал секрет, никого там не нашел. Ну и сразу же садится на деф бомбы. Фирагана аккуратно подходит. Услышал, что соперник отпустил и пошел на добивание. Бомба установлена. Через дерево направляется Ореол. Там на боковой как раз таки стоит Нойзи Бой. Мимо этого парня будет пройти очень сложно. Первые контакты уже на КТ спавне. От Раму есть минус. Аксель тут же разменивается. Блатант на машине отыгрывает. Ореолу удается вырубить Нойзи Бою. Блатант понимает, что ему надо зонировать этот файт. И очень удачно у него это получается. Два килла уже нашел. Ореол в упоре. Выход на перестрелку. И Блатант берет трипл килл, который спасает раунд. А на этом все. Подписывайтесь на наш паблик ВК. Участвуйте в турнирах и выигрывайте. А записи этих побед вы можете найти на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.